члены Общественной палаты республики посетили Алекминский район. Все подробности у Елены Фаст. В Алекминском районе это пока начало пути. Тем не менее, вопросов у людей накопилось достаточно. Если вычленить наиболее важные, это строительство по программе переселения. Именно поэтому в маршрут рабочей группы были выезды к местам строительства объектов. Цель визита комиссии Общественной палаты республики по общественным связям в муниципальном образовании состоит в том, чтобы оказать им практическую помощь в своей работе, как построить свою работу, в каком направлении работать. Внести ясность для народа и прямо обозначать проблемы перед властью любого уровня – главная задача, и она выполнима, считают участники поездки. Активных граждан у нас очень много, да? Но мы еще их научить должны эту активность направлять в нужное русло и получать от этого пользу. Понимаете, да, у нас очень много же говорится, а вот поговорили, а итоги мы не получили. Вот все вот это все взаимосвязано. Поэтому если мы научим сегодня наших активистов, общественников, да, правильно, профессионально подходить к своей общественной работе, то мы тогда и получим результаты от власти. То есть власть, она услышит. В ходе визита прошли встречи в администрациях города и района, а также прием граждан. Елена Фас, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.